Родился в семье медиков. По окончании театральной академии СПБ ГАТИ, курс «Я» Спивака, работал в различных театрах Санкт-Петербурга. Снимался в кино и сериалах. Озвучивал фильмы. В настоящий момент работает в России и США. Санкт-Петербургская государственная театральная академия СПБ ГАТИ, бывший ГИТМИК. 2004-2008. Артист драматического театра и кино. Зели Страсберг, Театр и Фильм Институт Нью-Йорк. 2014-2015. Актер театра и кинофирменный голос радио Монте-Карло, Санкт-Петербург. Официальный голос Михайловского театра.